Отсутствие хорошего зрения угорь компенсирует слабыми 10-вольтными импульсами, которые помогают ему ориентироваться, находить жертву и обнаруживать угрозу. Угри чувствуют изменения своих электрических импульсов, проплывая мимо погруженного в воду бревна, съедобной рыбы или крупного хищника, например, каймана. Кайманы – самые крупные представители семейства аллигаторовых. Привыкли есть все, что им удается поймать, даже таких детенышей, как этот. Но свой хищнический высоковольтный удар током угорь может также использовать для защиты. Шок длится всего несколько тысячных долей секунды. Но угорь быстро наносит удар один за другим, отбивая таким образом у каймана всякий аппетит. Удар током встряхнул хищника, но не причинил ему серьезного вреда, ведь у каймана очень толстая кожа. Более взрослый кайман мог бы оказать угрю более достойное сопротивление. Когда взрослый черный кайман забирается в воду в поисках добычи, он обычно получает то, зачем охотится.